Весенний сезон фотоохоты в Ленинградской области открыт. В Выборгском районе на берегу Большого Ракового озера фотоохотники поджидают глухарей и аляпок. В простонародье их еще называют водяными воробьями. Я поставлю камеру, самое дистанционное управление, и на видеоплеере буду смотреть точку съемки. Современная фотоохота – это целый набор специальной техники. На берегу реки расставлены видеокапканы. По мониторам охотники наблюдают за пернатыми. Для приманки используют птичьи голоса, записанные на обычный мобильный телефон. Секунда и ценный кадр уже в кармане. Иногда удается запечатлеть целую историю. Я видел один раз снегирь. Сидел рядом со своей снегирихой, плечико в плечико. А потом отошел от нее, сорвал почечку. Подошел опять к ней, плечиком к ней раз, и так раз, как поцелуй, передал пучечку ей. В отличие от Александра Зубкова, Владимир Шишенков предпочитает снимать крупных животных. Чаще всего он охотится на лис. Смотрю, ну там вот ручей такой и бобровая плотина. Ну она, конечно, застывшая, лед, и по ту сторону леса. Вроде как в мою сторону движется, а я посреди поля, деваться некуда. Я раз на коленки встал, взял ее на прицел, смотрю, движется в мою сторону. Думаю, буду реже щелкать, потому что щелчки она тоже слышит. Вот, и она подошла на 50 метров, раз встал, ну тут я хороший кадр сделал. С появлением современной техники фотоохотников на просторах Ленинградской области стало больше. На конкуренцию не жалуются, но отмечают, чтобы найти по-настоящему живописное место, нужно быть не только опытным фотографом, но и хорошим краеведом. Алина Гараева, Ольга Сорокина, Андрей Осин, 47-й канал, Выборгский район.